Итак, дорогие друзья, после того, как мы с вами сделали фигурку Нидзи и ее раскрасили, ну как, текстурировали, то теперь я вам предлагаю сделать уже настоящее чиби и раскрасить ее. Раскрасить вместе с одеждой и так далее. Это будет тоже длительный процесс, но тем не менее, я думаю, уже привыкли, да, что мы работаем медленно, но верно. Итак, поехали. Первое, что мы сделаем, мы загрузим референс, который автор этого видео, этого обучающего ролика. Их вообще-то там 11. Вот. Я думаю, что мы увеличим. Успешно, да? Он предоставил референсы. И я сейчас их возьму вот с десктопа. Возьму вот этот фронт. Ну, не так, конечно. Я все забываю. Однёрочку, и теперь ты уже точно возьмем вот этот, вот так, так, а на тройке возьмем вот этот боковой, вот так, раз, все, и смотрим теперь. Так, видим, что у нас небольшое смещение есть. Ну, ничего, мы сейчас поправим. Так, это значит вот сюда. По G по оси Y. А, нет, по оси X, извиняюсь. По оси X. Мы сделаем сейчас вот сюда. Так, ее пивот. Скажем, что по курсору. Опля, вот же курсор. А, ну все правильно. Так, ну-ка, теперь все верно. Так, то есть вот так будем его вот так делать, да? Хорошо. Локация правильно, здесь по нулям, а здесь так, да? Хорошо. Ну что ж, тогда с этого и начнем. Возьмем с вами кубик. Как всегда, с кубика начнем кубик. Вот он, да? То есть, если мы поставили сюда кубик, то мы можем сразу же его сказать subdivide surface. Он у меня превращается в чудесный вот такой полигональчик. Говорим apply. И уменьшаем. Приближаем побольше. Так. Делаем прозрачность ему. Да нет. Только прозрачность это не делаем. Так. Edit mode. И теперь мы сдвигаем. G по оси Z. Вот так сдвигаем. И начинаем уменьшать. Уменьшаем. Подвигаем. Так, наверное. Ну и вот тут мы, наверное, с вами сделаем следующее. Еще немножко сдвинем отсюда. И вот эти уменьшим. Так. А вот эти немножко раздвинем. Ну, то есть подгоняем по телу. Так будет правильно. Так, теперь перейдем сюда. И начинаем этот
Объектик сужать. Прозрачно составим, да? Так, сужаем S, на S по Y. Ну, во-первых, пивот на место. Сеторижит геометрии. Вот он встал. Правильно. Теперь S по Y. Вот так. G тянем. R разворачиваем. Еще раз. S по Y. Вот так где-то делаем. Все отлично. Далее Shift нет. Далее мы будем делать вот это, да, это можно. Так, давайте мы сразу напишем, что это корпус. Так, и Shift D. Сюда его, сюда, и развернем тоже. R. Так. Так, подгоняем его вот сюда, скажем, и двигаем G. Угу. Теперь первое смотрим. И начинаем двигать. Движуху такую будем делать. Так, как-то нам надо вот эти вот, этих ребят. А, ну-ка, я сейчас сделаю коллекцию. Это будет у нас референция, референция. Так, и вот эти две замечательные картинки в референс мы передвинем. Далее мы скажем вот так. И теперь, когда мы отключаем у референсов, они не двигаются, что и нужно, в общем-то, да? Так, вот так это будет правильно. Итак, сюда подвели, теперь... Угу. Теперь берем Edit Mode. И опять же... B. Расширяем. Так, как нужно. Так. Так. А это, я думаю, что нам надо наверх поднять. Ну, посмотрим сейчас, как лучше сделать. Так, ну, тут мы сделаем попробуем. Проще сейчас, да, мы поднимем это немножко, вот сюда, позаду. Так, и растянем. Так, смотрим сбоку. Ух ты, ух ты. Ух ты, это как же вы так довели до такого? До такого состояния, как же вы так довели-то? Так, ну-ка. Сейчас мы вот так сделаем, если что, да? Так. И растянем S. Так, и вот это, вот это, поднимем. Так, думаю, будет правильно. Вот
Так. Будет правильнее. Ну-ка, теперь спереди. Да, теперь все нормально. Еще чуть наверх. Изменим эту кривизну, она нам ни к чему. Вот так, все. Хорошо получилось. Так, теперь там нужно, по идее, соединить вот два корпуса этих, да? Что меня смущает немножко, так это. Теперь здесь ниже. Здесь. Вот так. Ну, давайте соединим. Референс отключим. Так, то есть пойдем сюда. Раз, два, три. Ох ты. Удаляем эти фейсы. И здесь. Раз, два, три. Четыре. Тоже фейс удаляем. Теперь у нас проще задача. Мы должны вот эти два корпуса соединить. Shift. Ctrl Z. Не хотим, да? Ну ладно. Сделаем так. Join. Все, теперь эти два соединились. Мы можем теперь edit. Вот они оба. Так. И делаем так. F. F. Не знаю, можно ли так делать сразу же. F. Нет, лучше так не делать. Лучше по отдельности немножко постараться и по отдельности. F. F. Таким образом мы быстренько, в общем, довольно-таки сделали корпус, какой нам нужен. Вот так. Вот, вот у нас появился корпус. Отлично. Идем дальше. Едем дальше. То есть немножечко опускаем это дело вот так. А дальше применим Ctrl-Shift-B. И растянем вот так. Посмотрим спереди. Включаем. Так, это-то верно, но нам надо вот это поднять наверх сейчас. G по Z. Вот так будет правильно. Так, и теперь вот этот полигончик мы удаляем. Фейс. Так. И теперь немножко там надо. Так. Смотрим точки. Где какие точки у нас. Давайте поднимем. Уже. Так. Это чуть-чуть опустим. Вот так будет правильно, да? Или
Хорошо. Теперь берем Е и поднимаем. Так вот будет у нас шейка, да? Проверим. Да. Ну, здесь еще надо будет вот эти точки раздвинуть. Эту и эту. Мы сейчас ее S раздвинем. Вот так. Готово. Ну а теперь возьмем Ctrl-R. Вот здесь сделаем. Так. Так, будем смотреть теперь. Включаем этот. Так. Так это лучше сделать. Так, ну-ка, подождите. Смотрим спереди. Движение. X. Ну, где-то вот так надо сделать. Да. Так. Хотя здесь, не знаю. После этого всего мы с вами делаем единичку. Выбираем все вот эти, но выбираем, конечно, полностью. И удаляем. Дальше у нас должно получиться, если у нас так все нормально здесь, то должен получиться тогда свободный mirror. Да, он у нас получается, хорошо. Клиппинг ставим сразу же и включаем это. Так, то есть вот так пока что. Ну, я бы такой, что вы знаете, вот это немножко опустил вниз. Так, как бы. Так. А это тоже. Плечико вниз. Вот так, допустим, да. И эти тоже чуть-чуть приподнять. Или... И теперь мы вот эти четыре полигона удалим. Вот этот и вот этот.
Если надо, то еще вот этот, наверное. Да, вот это мы удалим сейчас. ПС. Мы получили вот такую штуку. Угу. А здесь мы просто их соединим. Потянем их друг к другу. Хорошо. Это, наверное, зря удалил. Ну, не важно. Сейчас сделаем ноги. Так, мы можем вот так сделать. Эти пока удалили. Тумарана сами сделали. Удаляем. Так, вот отсюда. Мы с вами К проведем вот сюда. Так. Отлично. И здесь вот отсюда проведем К сюда. Отлично. Если у нас здесь нестыковочка, двигаем. Так. Здесь тоже. Благодаря клиппингу он так, это сюда. Шестиугольничек. Пока что так. Так, ну а теперь вот эти вот. Раз, два, С. Ну, раздвинем. Сделаем более-менее круглую шею. Смотрим сверху. И как бы ее немножко ровняем. Круглый такой. Вот если это сделали, тогда уже мы можем поднять, я думаю. То есть вот так сделать и Е. Чуть-чуть, может быть, сдвинуть сразу и по Z и S. Так вот, чуть-чуть сделаем. Все, готово. Так, сколько у нас здесь точек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть точек, да? Теперь нам надо тогда сделать следующее. Нам надо сделать круг, выбрать. Так, циркл. Подождите. Циркл. Назад. Так, почему не откликнулось? А, объект вот так отключили все. Теперь выберем циркл. Вот этот. И скажем, у него 6 точек должно быть 6. И его потащим вниз. По оси. Z. Далее уменьшаем его. Примерно на величину наших ног. Сюда мы его вниз. Вот так сделаем, да? Так, сверху смотрим. Так, и двигаем. G.
Развернем, наверное, блин. Так, где-то так, вот так должно быть, да? И еще чуть поменьше. Я думаю, вот так будет нормально. Угу. Ну и тоже сделаем ей мир. А, сначала скажем set origin курсор и теперь mirror. Вот так. И сделаем следующим. В этом случае попробуем. Не знаю, зачем эти все выкрутасы. Хотя можно было прямо отсюда тянуть. Ну, автор так пожелал. Ладно, мы пока с ним не будем спорить, хотя уже можем поспорить. Объект G. Join. Вот так. Теперь выделяем. Идем. Вот. Также сложнее следить за. Вот выделили все, да, точки. И здесь выделили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, все выделили, все. Ну, давайте теперь попробуем. Эдж, хотя я сомневаюсь. Ну, вот так. Она сработала. Ну что ж, так, значит, так. Тут что-то ненормальное получилось немножко, но мы это поправим, да? Давайте прозрачность сделаем и посмотрим, в чем тут проблемка. Интересное кино. Она вырезала целую часть. Это непонятно, ребят, подождите. Когда это произошло, интересно. Вот так это было, да? Все правильно, вот так это было. И вернемся к нашим баранам. Угу. Да мне проще так сделать, ребята. Это быстрее будет. Так, это и это join. Вот он что сделал. Погодите, какой. Ну ладно. Вот что с ним произошло, когда мы это сделали. Но не важно, теперь мы уже спокойно можем работать таким образом. И теперь скажем Edge Bridge. Ну, что я вам говорил? Это чушь собачья. Трансформирование. Убираем все ненужные трансформирования и еще раз говорим Edge. Bridge. Это же ерундень. Нет, твой способ, дорогой, мне не совсем нравится. F. Приходится по одиночке F. Может, что-то недопонимаю. Почему нельзя было оттуда вытянуть с помощью E? Ну, там не загадка, конечно. Почему надо было так делать именно? А потом править, да? Странные вы ребята, честно слово, странные ребята. Вот, сделали, и мы видим, что у нас одна ушла, вот эта вот. Включим сейчас. Угу.
Точки. Начинаем править точкой уже. Это сюда, это сюда, это сюда. Там что за точка? А эта точка надо вниз. Ну и что, она стоила того, что ли? Страты. Понимаешь, это странно, очень странно. Не такой уж я законченный чувак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. Теперь автор предлагает и вовсе интересную конструкцию вот отсюда сразу притянуть туда. Не знаю. По-моему, я с ним не соглашусь в этом плане. Теперь мы сейчас вытянем немножко это Е. Гораздо же приятнее, правда? Раз, сразу потянул. И уменьшил. Также здесь. Почему бы нет? Включаем. Что в этом быстрого, не понимаю. Потом надо будет все выправлять. Это не есть хорошо. Поэтому мы с вами поступим по-другому. Выберем эти ребрышки. Скажем им Е. Ну, а все ли мы выбрали? Да, все. Смотрим спереди. Включаем. И говорим Е. Так, Е говорим. И Р. И С. И тут сразу вытягиваем вот это в плечико. G. Угу. Понятно. Ну, смотрим, что получили. Так, и тут тоже немножко надо поправить сейчас. Вот это и это. Мы скажем, loop flatten. Вот так, видите. Тут все решаемо. Еще вот так. Угу. Все хорошо. Теперь подвинули точки. Вот так. Нам главное на финишную прямую выйти. А там уже все будет проще. Итак. Выделяем их. Главное правильные точки выделить. Вот они. Смотрим опять же сбоку. Секундочку, вот это надо еще поправить. Чтобы рука была потом круглая. Да? Ну, более-менее, насколько это возможно, конечно. Вот так. И теперь тоже выделяем эти точки. И говорим F. А, E. И двигаем. Двигаем сюда, на локтевой сгиб. Уменьшаем.
адрес. R поворачиваем. G двигаем. Так. И еще раз E. Вот сюда. И делаем тоненько. Вот так. И здесь сейчас выравниваем все, что только нужно. Так, то есть у нас выделены эти, да? Мы берем это. Где вот это возьмем. G. Сюда поставим. Сюда. Это вот сюда. Это сюда. И таким образом приводим все в порядок. Да? Да. Смотрим сбоку теперь. Так, и вот эту часть, как правило, если мы сбоку возьмем, она немножко согнута в руке. То есть мы вот так ее потянем. Все. Так, ну и тут вот сделаем так. Это немножечко опустим сюда. И расширим. Yes. Так. Вот так. Так. Ну а дальше уже надо просто подгонять по фигуре, дальше смотреть, выравнивать кое-что. Так. S. Поменьше так сделать. Это, допустим, сюда чуть-чуть. Ну и так далее. Смотрим. Сначала нам нужно будет теперь еще раз выбрать, просмотреть Alt-M, чтобы не было у нас никаких, вот 5 вершин удалилось. Хорошо, это лишние вершины. Теперь мы возьмем ее Edit Object Mode. И просто-напросто, так, вот это мне не нравится, что-то вот здесь не то. Ну-ка, ну да, вот это вот мне совсем не нравится. Почему-то она вдруг стала двойной. Ну, от этого избавиться, это же дело в то. Центр. Все, схлестнулось, и теперь все нормально. Посмотрим, может быть, такое не надо, но так, а так все хорошо. Все здесь отлично. Чего и желать не стоит. Так, ну а теперь сделаем mirror. Вот он, mirror. Да. Если нам покажутся эти ручки-ножки тонкие, да, то мы всегда можем их увеличить. Так. Так. Вот здесь тоже, да? Вот эти вот. Все. Готов наш корпус. Проверять можно таким образом, что возьмем subdivide. Если нам нужны какие-то впуклости, выпуклости, то ясное дело, мы можем вот здесь получить тем, что двигаем. Я думаю, здесь оно нам совсем не важно, потому что это все-таки такая фигурка-то детская, без ярко выраженных форм. Так вот.
Прекрасненько, ребята. Все просто чудно. Готово. На этом видео заканчивается.